Уважаемые любители легкой атлетики, мы вас ждем в Гродно на открытом чемпионате Республики Беларусь, который состоится в июне 2018 года. Наш славный спортивный край сделает все, чтобы эти соревнования прошли в хорошей, спортивной, честной, радостной, позитивной атмосфере. Kõik Eesti veteransportlased, tulge 16 juuni Gродnosse, kus toimuvad Valgevene meistrivõistlused. Kviečiame visus Lietuvos veteranus, спортивникус, лингвоатличус, sudalyvauti varžybose Gardine vasarą. Шановні спортсмени, запрошуємо на чемпіонат Білорусі у Гродно 17 липня 2018 року. До зустрічі. Aicinām jūs visi 16. jūnijā uz pilsētu Gродno. Dariusz Gronko, prosto z Mińska, z halowych mistrzostw Białorusi w lekkiej atletyce. Chciałem zaprosić wszystkich na mistrzostwa w lekkiej atletyce w czerwcu, 16 czerwca do Grodna. Дорогие друзья, приглашаем вас этим летом, 16 июня, в Гродно на чемпионат республики среди ветеранов. Дорогие друзья, приглашаю вас в город Гродно 16 июня на чемпионат республики Беларусь. Ждем вас, до встречи. Дорогие друзья, 16 июня в городе Гродно пройдет открытый чемпионат республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов. От лица Белорусской федерации легкой атлетики хочу пригласить всех любителей легкой атлетики на этот замечательный турнир. Будем всем рады.